Станция Добрынинская. Переход на станцию Серпуховская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Побелецкая. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Павелецкая. Переход на Замоскворецкую линию. Выход к Павелецкому вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и станцию Мобилистская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Бурская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Будьте осторожны, выходя из вагона. Thank you.
Курская, переход на Арбатско-Покровскую линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и второму диаметру. Курская. Переход на Арбатско-Покровскую линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и второму диаметру. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Комсомольская. Thank you.
станция Комсомольская. Переход на Сокольническую линию. Выход к железнодорожной платформе Каланчевская, второй диаметр, и вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Станция Проспект Мира. Будьте осторожны, выходя из вагона. Thank you.
проспект Мира. Переход на Калужско-Рижскую линию. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новослободская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Thank you.
на станцию Менделеевская. Следующая станция — Белорусская. Здесь вы будете на станции Белорусская.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Белорусская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Будьте осторожны, выходя из вагона. Белорусская. Переход на Замоскворецкую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.
Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Закрываются. Следующая станция – Тверская. Для вашей безопасности держитесь за поручень.